Добрый вечер, дамы и господа. И мы начинаем нашу культурно-развлекательную программу «Неформат». И с вами ее ведущие Дарья Мишина и Дмитрий Прокопов. Здравствуйте. Как у тебя май начался? Да, как обычно, тепло, мухи, комары, клещи. Проснулись и калужские творцы, и вышли на калужские же улочки. И не одни, а с индийским гостинцем. Это маленькое импровизированное шоу напоминает старинные уличные ярмарки, где каждый может показать, на что он способен, и поучаствовать в лицедействе. Наступление солнечных дней – повод начать что-то новое и необычное. Дальше будет только все прекрасное, летнее, зеленое. Будем выбираться на улицу, проводить мероприятия очень интересные, и с музыкантами, и без, и творческие мероприятия. Уже подыскали место в Калужской области, где будем ставить шатер, и будет прекрасная атмосфера в выходные с палатками, с детьми, проводить очень приятное время. А пока еще до лета целый месяц, можно просто собраться на улице. Поводом для такого перформанса стал приезд загадочной гости, девушки-жонглера ЗАП. Пригласил ее художник Борис Пономарев, давно мечтавший устроить нечто подобное. А началось знакомство с элементарного случая и общей подруги. Она мне сказала: там в Калуге есть такой парень, он такое делает, и показал мне его видео. И я просто офигел. Я подумала, что если бы я просто так увидел, я бы подумала, что этот парень из Нью-Йорка или из Берлина, а он в Калуге живет. Так мы с ним познакомились. Вот так. Я потом заскочил в Москве на мастер-класс ЗАП. Да. И он учил меня жонглировать, и мне очень понравилось. И вот жонглирование плавно переросло в первый выход ЗАП на публику, который состоялся на улицах Калуги. Я на самом деле очень удивлен и обрадован тем, что приезжаешь обычно в какой-нибудь провинциальный город, и люди говорят: вот, у нас ничего нет, у нас тут все такие, нет никакого ни искусства, ничего, а оно все на самом деле есть. Вот оно, вот, буквально на улице все и происходит. Нужно только выйти и сказать свое громкое «я здесь». Угу. Будешь ее возвращать в Калугу обратно к нам? Ну, я не знаю. Если я буду хорошей девочкой. Да, ты вернешься к нам еще когда-нибудь? Я с удовольствием. Ну, попробуем еще обязательно. Калуга, жди. ЗАП. Таинственная и изящная ЗАП после шоу снова уехала в Индию. Но от ее приезда остались лишь одни приятные воспоминания. Так что можно предаться мечтам о дальних странствиях и послушать музыку. Пока иноземные гости пропагандировали позитив на улицах, жители славного Обнинска отыграли по полной. Развеселый и зажигательный коллектив «Ломакин Бэнд» добрался до нашего города. Восходящие звезды признались, что в Калуге они впервые, и долго ждали подходящего момента, чтобы приехать. Мы сегодня приехали в Калугу для того, чтобы представить наш альбом, который называется «Будли-Вудли». Мы его записали в начале этого года, представили его в Обнинске, представили его в Туле, представляли его в других городах и долго ждали удобного момента для того, чтобы приехать в Калугу и показать его здесь. Вспомнить, когда же появилась группа «На свет», ребята так и не смогли. Отшутились вот так. Мы, наверное, существуем с рождения, только просто сначала не знали об этом. Ну да, однажды мы встретились и... О! Это стало ломать. А о цели своего создания говорят вот что. Каждая группа, которая существует на свете, преследует определенные цели.
Некоторые играют для того, чтобы нравиться девчонкам. Некоторые играют для того, чтобы показать свое мастерство. Некоторые играют для того, чтобы записать пластинку, оставив свой след в истории. А мы играем для того, чтобы, во-первых, было весело тем, кто приходит на наши концерты, для того, чтобы было весело нам, ну и во вторую, третью, четвертую очередь те пункты, которые я только что назвал. Правда, оторваться душой и телом вместе с Ломакин Бэнд пришло не очень много народа. Скорее всего, жители города решили провести погожий денек где-нибудь на природе. Однако для своих истинных поклонников участники группы отожгли по полной. Многие из пришедших знали тексты песен наизусть и подпевали солисту Сергею Ломакину. Те же, кто слышал их в первый раз, быстро втянулись в общее веселье. Главная особенность песен – у каждой рассказанной в них истории счастливый конец, прям как в сказках. Есть определенный лирический герой наших песен, который на самом деле, ну вот, к нам как бы не имеет отношения. Мы его придумывали, и ему разные вот ситуации такие придумывали. Обычно это человек, который сталкивается с разными трудностями в своей жизни, но не теряет оптимизма и веры в себя. Так что верьте в себя и никогда не сдавайтесь. Это желает вам группа Ломакин Бэнд. Я хочу пожелать вашим телезрителям, вам, дорогие друзья, чтобы эта весна и это лето были самыми прекрасными в вашей жизни. Чтобы, если у вас нет любви, вы бы ее встретили. А если она есть и вам надоела, например, то она бы вспыхнула с новой силой. И этот год мы все потом вспоминали как самый лучший в нашей жизни. Так он же не настоящий. То, что он герой комиксов, это не значит, что он не человек. Загадочный и мрачный барон приехал с визитом в Калугу не для каких-то зловещих целей, а всего лишь с концертом. Оказалось, что жестокий внешний образ может легко сочетаться с внутренней интеллигентностью. Калуга, let me hear you. Спасибо, thank you. Greetings from New York City. I came all the way from New York to be with you here tonight, 7,000 miles. It's good to be here. We have a little something here now dedicated to all of you in the name of God. This is what I am in real life. То, что я настоящий, это то, какой я в настоящем. Ну, как бы, он такой же в реальной жизни. Это я настоящий. Just being myself, you know? Он просто говорит, это, ну, как бы, я пытаюсь быть самим собой. Вампирское амплуа плавно перешло в комикс, в котором барон является и соавтором, и главным героем. Над этим проектом работает один из самых известных художников готической тусовки, автор популярной в Америке вампиреллы. Сам же музыкант с уникальным чувством юмора считает себя трагичным персонажем, отсюда и дилемма комикса. Well, the comic book is the characters torn between Потому что книжка комиксов о характере, который как бы разрывается между двумя страстями. Torn between, you know, the insatiable lust for blood and Это жажда крови и And a quest for redemption. И жажда искупления. С жаждой выступить перед русской аудиторией барон приезжает уже в третий раз. Год назад он побывал в Кремле с неожиданной для год тусовки программой. Каверами на Эдина Мартина и Фрэнка Синатру. И как бы в Америке, где он живет, металл и готика стали слишком нормальными, то есть обычными для людей. So if I want to do something really strange, I'll do something like Поэтому, that. Чтобы удивить как бы готическую тусовку в Америке, он решил сделать что-то очень странное. Например, Пит Синатру. В этот раз так удалось удивить Питер, Москву и Смоленск, особенно Смоленск. I've done it to all sorts of audiences,
Gothic audience, as you know, S&M audience. I don't know if you should mention that, but maybe you could. You name it. Он говорит, что аудитория это как бы, ну, очень восприняла с энтузиазмом. И, кстати, здесь тоже мы в Смоленске совершенно неожиданно для себя сделали большой, то есть после готического концерта он еще, ну, потому что, как сказать, его очень любят в Смоленске, и мы шутим тут, что если бы он баллотировался в мэры Смоленска, его бы избрали, у него в Смоленске просто толпа поклонников. И поэтому мы незапланированно там еще полтора часа с Синатрой пели. Потому, подпитавшись зрительским энтузиазмом, барон лелеет планы вернуться вновь и впустить немного сумрака в наши города. We'll definitely let you know, though. Но он тебе, он как бы, вы узнаете об этом первыми. Hopefully soon. Надеюсь, скоро, сказал. Before it starts snowing again. Прежде чем снег пойдет снова. Чувак, ты из Америки ехал, представляешь, и не обломался. Ну и что, а я из Воротынска. А я из Ульяновска, а следующие люди вообще из Владивостока и на мопедах. Вслед за солнцем на попутках. Представь себе, только представь на минуту, что ты вслед за солнцем на попутках. И страшно нет, и жутко нет, нет. Вслед за солнцем на попутках. Только представь себе, только представь на минутку. Юмор, солнце и регги на один вечер подарили Калуге тепло и позитив. Группа «Марлины», город Владивосток. Мы приехали прямо так, задом наперед, из самого Владивостока. Нас подбирали с жалости. Да, потому что... Принципе, так нельзя это, передвигаться вообще. Да, это следующая заявка на книгу рекордов Гиннесса будет именно по поводу того, что мы все эти километры проехали задом наперед на наших замечательных мопедах. А играют ребята действительно горячую смесь. Мы горячую смесь из всего. Ну, иногда всего. Холодную смесь из всего. Иногда всего. Смесь, приперченную чем-то еще. Вот. То есть это никогда не стоит на месте, это постоянно меняется, двигается. Одну и ту же песню мы можем спеть по-разному. Отрепетировали так, потом по-другому, да, сегодня, завтра так, сегодня. Потому что все течет, это музыка как сама жизнь, все меняется. Море снаружи всегда есть море внутри. Море внутри лоскучее, залитое солнцем и с огромными темными тучами. Море внутри безбежное, суровое или беспечное, легкое, нежное. Темы для песен они способны найти везде. Практически все, что происходит с нами, может стать поводом для наших песен. Практически любой. То, что вы сейчас стоите, уберете у нас. Вполне возможно, в следующий раз мы приедем и перейдем. Сейчас второе деление начнется с песни про Николаева. Потому что канал Чика – это что-то особенное. Ну, никогда такого не видели. Есть. Просто там 2+2, ну как ОРТ, ну вообще не то. А Чика, да? Для блондинок. Коля сделал блондинку. Не, ну губы. Они стоят с губами, да? Когда на фотоаппарат, нет, на фотоаппарат когда они, знаешь? Да. Такие. Они буквально были частью меня так долго. Но что поделаешь, теперь и убиваться нет долго. Я как сейчас помню прикосновение каждому из дэд. Еще недавно они были со мной, а теперь их нет. Это жара. Смотрим, как плещутся волны. Лето, жара, Крым, и мы обленились по полной. Просто на солнце лежим и смотрим, как плещутся волны. Юмор и эксперимент – вечные спутники музыкантов. Специально переходим, допустим, вот
от того, что как нас привыкли видеть. Когда мы там устроим, не знаю, переодеваемся, допустим, каких-нибудь мормонов, называемся, да, переименовываемся мормонами, выступаем в городе Востоке группа мормоны. Еще мы выступали как маслины на масленице, допустим. То есть постоянно... Мэрилины были на... Ну, в общем, Мэрилин... добавили хэви-метал. Да-да-да, как-то были Мэрилины, по-моему. Мэрилины, да. Были Мэрилины, то есть мы все наши вещи делали в тяжелом обработке. Выступили в клубе, который принимает... Там было и там... Где была весна? То есть вот все было, да. То есть это был гроул, там, да, и скрим. Потому что это интересно самим. Деньги, 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 деньги. Это все, что волнует тебя. Деньги, 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 деньги. Это все, что привлекает тебя. Бабаму, деньги, 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 деньги. Это все, что волнует тебя. Деньги, 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 деньги. Все, что привлекает тебя. С собой ребята привезли помимо музыки и свой девиз, который остался нам на память после их отбытия. Да, ездите! В конце концов, путешествуйте, влюбляйтесь, покидайте друг друга, ненавидите, заводите детей, будьте живыми, дышите громко, да, и главное улыбайтесь. Улыбайтесь как можно шире, да, и поэтому сейчас мы специально для канала Чика улыбаемся во все наши 34, сколько у нас зубов? 37. А если вместе? 62. Ну, 60 с чем-то зубов, да. Так получилось, что с некоторых пор город Хабаровск – это мой любимый город. Знали бы вы, как мне он дорог, этот славный, далекий, дальневосточный город. Я могу часами любоваться им, только им одним. И ничем другим он не как воздух необходим. Ведь дело не в Амуре и не в Арке. Дело в том, что он на 5000-й купюре. Как я открыт, че в миниатюре. Мои любимые места на 5000-й купюре. Самое крутое и необычное средство передвижения – это верно. Увидеть родной город с высоты птичьего полета, стать посвященным в воздухоплавателе, сделать уникальный подарок любимой или любимому. Вот уже второй год у каждого калужанина есть такой шанс. Чтобы воспарить над калужскими просторами, надо иметь терпение. Прежде чем тепловой аэростат, воздушный шар в простонародье, поднимется в небо, надо его правильно разложить. Процесс этот занимает от 10 минут до получаса. Потом ветер в паруса, огромный вентилятор заполняет воздухом огромный купол. Проба огня и проба ветра. Маленький воздушный шарик парит над земным пространством. Приготовления закончены. Прощай, твердая земля под ногами. Режим привязного подъема и режим свободного полета – две большие разницы. На большом воздушном шаре! От нуля и до 8000 можно. Но в основном мы летаем на высоте 50-100 метров. Потому что выше уже не имеет смысла, вся красота вот она. Сергей Леонидович – летчик со стажем. Сначала спортсмен-парашютист, потом летчик-инструктор и, наконец, воздухоплаватель. Дипломированный и сертифицированный специалист. В корзине чувствует себя лучше, чем на земле, по полетам скучает. В новоосвоенном транспортном средстве полностью уверен. Безопасность, как и в любой авиации. То есть нет ничего абсолютно безопасного. Ну, из всех видов авиации, а я полетал уже, в общем-то, немало, это самое комфортное. Угол обзора не ограничен, горизонт отодвинулся. Увидеть на видео не то же самое, что полететь самому. Пора приземляться, дать следующим воздухоплавателям шанс испытать бесконечность неба на себе. Держим. Сначала было страшно, я даже боялась подходить к этому шару, потому что увидела, на какую высоту поднимается. Но потом, когда залезла, это
какие-то не описать эти ощущения, было очень интересно. Ну, после того, как на траве все комары искусали, было классно, весело, поразговаривали. Мне очень понравилось, как поднимался воздушный шар. Это такое было воздушное ощущение невесомости. А страшно было? Нет, ни капельки. Наоборот, было хорошо. Так вот, ну очень красиво поглядеть себя в роли великана. Почувствовать себя великаном может каждый житель Калуги. Гражданское воздушное судно ждет клиентов. А я вчера в музее ночевал. Ага, Дим, скажи еще, что в библиотеке. Это странное сооружение из пленки на деревянном каркасе возникло в Доме музыки не просто как очередной арт-объект. Это музыкально-художественный эксперимент. Именно так похимичить Ночь музеев решил художник Борис Пономарев. Для него обычные программы и экскурсии слишком просты и скучны. А вот так собрать друзей и вместе развлечь публику гораздо интереснее. Союзники Бориса только рады поддержать друга и чуть ли не принести себя в жертву искусству. Борис Пономарев, как всегда, шикарен, неподражаем. Это наш прекраснейший друг. Туда тоже молодцы, отлично вот сейчас выступают. Они несравненны на калужском уровне точно, да не только. Но мы тоже молодцы, мне кажется. Только внутри Куба была дикая парилка. Мы чувствовали себя как в теплице, но было очень забавно. Отжигали ребята каждый в своем стиле. Если у призраков была скорее импровизация в стиле пост-рок, то группа «Туда» отправила зрителей в романтическое путешествие с элементами блюза. Борис давно уже придумал это шоу. Пытался воплотить его куда в меньших размерах и с одной группой, а теперь пришло время расширять творческие границы. Что еще придумает лицедей, пока неизвестно. Но этот перформанс стал интересным пополнением среди прочих музейно-ночных мероприятий. Вот и открылся сезон роллеров, скейтеров и BMX-еров. И чё? Да ничего, просто интересно. Сезон роликов, скейтов и BMX-ов можно официально считать открытым. Первенство Калуги по экстремальным видам спорта уже третий год подряд проводится на рампе. Так и зрителей легче собрать, и участникам комфортнее. Идея эта родилась, соответственно, после строительства рампы, захотелось насытить ее мероприятиями. Мы решили проводить ежегодно вот это открытое первенство, открытие сезона именно на рампе. Организаторы рады отметить, что с каждым годом участников становится все больше. Неопытные школьники и профессионалы – все получили максимум поддержки. Для этого старались в том числе и болельщики. О, неплохой вылет, хорошая амплитуда. Самым юным участникам 11-12 лет. Многие выступали впервые. Любовь к BMX-у, велосипеду, который специально предназначен для подобных соревнований, зачастую приходит неожиданно. Я просто увидел, как другие катаются, и мне это очень просто не понравилось. Начинал учиться трюки, потом они все постепенно получаются, мне это нравится, и я продолжал кататься. Как и в любом виде спорта, и на этих соревнованиях не обошлось без падений. На такой случай дежурила скорая. Но, к счастью, серьезная помощь никому не потребовалась. Мамы, которые пришли поддержать своих детей, запаслись собственными медицинскими средствами. Как-то растерялся, неправильно приземлился и упал. Ребята и не думали отчаиваться, выходили на рампу и боролись за призовое место снова и снова.
Этот вид спорта требует много ловкости, мужества и терпения, что участники соревнований с успехом доказали. Очень надеемся, что наша программа вам не понравилась. До свидания. До новых встреч.